16+. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро! Доброе утро, наши дорогие слушатели, юные открыватели и открывательницы, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы юных открывателей и открывательниц, и уважаемые бабушки и дедушки. 10:07 в городе Кирове. Это программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Николай Голиков. Всем привет! Сегодня вести программу мне помогают Вика Соколова. Вика, доброе привет. Утро! Как дела? Хорошо. Как первый июльский денек? Отлично. Отлично начался все. И Миша Голиков. Миша, привет. 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 Как твои дела? Нормально. Как твой первый июльский денек? Слишком жаркий. Слишком жаркий. Ну, разве это плохо? Не очень назад, хорошо. Две недели назад все жаловались, слишком холодно, сейчас слишком жарко. Вам не угодишь. Ну что, ребят, в четверг мы с вами вместе побывали где? В детском космическом центре. Вика, где вы были? В детском космическом. Совершенно верно, мы были там все вместе на экскурсии. Что тебе больше всего, Вик, понравилось там? Планетарий понравилось. Планетарий понравилось тебе, Миш? Мне тоже планетарий. Планетарий всем понравился. Лифты. Смотровая площадка. Смотровая площадка мне тоже понравилась. Там красиво, конечно. Вид на старый город прекрасный. Поэтому, как вы поняли, мы сегодня будем говорить про детский космический центр. И в гостях у нас сегодня заместитель директора Кировского детского космического центра по научной и научно-фондовой работе Евгений Кайсин. Евгений Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Как ваш первый июльский денек? Да все хорошо, все прекрасно. Выходной день. Ну, выходной день – это всегда здорово. Вот. Как всегда, у нас в программе сегодня будет много вопросов. Готовьтесь на них отвечать. Наш телефон 211-101. Ну, если у вас там есть желание отправить нам смс-ку, можете отправить. 8-909-720-101-0. Легко запомнить. Такая же, как и наша волна. Вот. Будут вопросы и будут призы. Кто сегодня перечислит список призов? Я. Перечисляй. Сегодня у нас есть книги. Энциклопедия России 6+. Астрономия и космос 100 фактов 6+. Энциклопедия «Космос» для читателей от 6 лет. Наталья Щерба. Часодеи. Часовое имя. 12+. Шейна Малдун, Зеппа и Амет Зеппа. Скарлетт и Тайна звездной посланницы. 6+. Фред Адра. Лис Улисс и ловушка для Земли. 12+. И у нас есть приглашение. Приглашение на двоих в Театр кукол на спектакль «Кот в сапогах» 8 июля в 11:00. Приглашение на двоих в КТ-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена». Приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея на выставку «Тысяча и одно кимоно». Продолжение 6+. Приглашение на двоих на экскурсию в детский космический центр 0+. Отлично. Так что запомните еще раз, наш телефон 211-101. Ну, Вика, задай свой первый вопрос пока, чтобы не скучали наши слушатели, чтобы уже включили свои гаджеты. Какое созвездие самое длинное? На каком полушарии неба, которое мы видим? Вообще из всех созвездий. А, вообще из всех созвездий. То есть надо будет рассмотреть всю карту звездного неба. Самое длинное такое. В общем, с любой стороны. С любой стороны. Ну, я как бы ответ уже знаю тихонечко, потому что в детстве очень любил астрономию. А я хочу обратить внимание, вот, к сожалению, я всегда жалею, что у нас здесь не телевидение, да? Кто-то, конечно, потом эту запись увидит, но вот прямо сейчас в эфире у нас сегодня стол просто полон всяких совершенно необычных вещей, которые принес наш гость. Евгений, что вот это у нас такое вот красивущее? Ну, среди уникальных вещей, которые мы сегодня взяли, это экспонаты из фондов Музея Циолковской авиации и космонавтики, ну, или Детского космического центра.
Одна из них – это личный полетный костюм Виктора Петровича Савиных, который он использовал во время своего третьего космического полета, который он совершил на космическую станцию «Мир». В таком костюме он работал каждый день в ходе полета 1988 года. Работал он на, собственно, космической станции «Мир», совершал разные эксперименты, проводил разную работу. То есть этот костюм реально побывал в космосе? Да, действительно, этот костюм был в космосе. Кстати, в этом году, 7 июня, отмечался юбилей третьего полета Виктора Петровича Савиных. У нас в детском космическом центре прошло очень интересное мероприятие для учащихся 10-й школы и 27-й школы. Им мы рассказали о этом полете. И, собственно, был небольшой сеанс связи даже с Виктором Петровичем. Он в это время был в Болгарии, поскольку этот полет был совместный, советско-болгарский. Да. Александр Александров, по-моему, был. Да, Александр Александров. Легко запомнить, Александр Александров. Да, он в это время был в Болгарии, но все-таки выделил нам время и пообщался немножко с ребятами. До чего дошел прогресс? Этот костюм, он чем-то необычен? Вроде вот на вид обычный комбинезон, да? Вот. Он изготовлен из высококачественного хлопка. Вообще вся одежда космонавтов изготавливается из этого материала. Вот. Ну, по сути, вот обычный костюм для работы в космосе. Ну, например, в экспозиции еще детского космического центра представлен похожий костюм, который использовал Савиных во время своего второго полета 1985 года. Но его фишка в том, что Виктор Петрович после полета его взял к себе на родину и, собственно, даже катался в нем на лыжах. То есть костюм очень теплый и очень удобный. Ну, если его в космосе можно использовать, что он не использует на Земле. А он снег не пропускает? Ну, он может вымокнуть, я подозреваю, но в нем, по крайней мере, тепло. Но вы пока не пробовали его там намочить, там исследовать как-то его? Честно говоря, нет. Ну, в принципе, к экспонатам у нас очень бережное отношение. Да, отношение бережное должно быть. А вот эти вот коробочки такие замечательные, это что у нас там? Вот, слушайте, ребят, вы все растащили по углам. Хоть покажите, что вы тут у вас. Вот, ребят, продемонстрируйте. Это образцы космической зубной пасты, самой настоящей. Такую зубную... два тюбика. Да, такую зубную пасту производят у нас в городе Кирово-Чепецке на предприятии «Орбита СП». Космонавты сначала чистят зубы из тюбика под номером 1. Так, тюбик номер 1 от которого? Тюбик 1, вот он с синей этикеткой. Да? Да. Затем... Чтобы не перепутали. Да, рот они не получат и чистят зубы из второго тюбика. И таким образом на зубах происходит химическая реакция, и зубы космонавтов очень хорошо защищены. При этом они могут чистить зубы, собственно, как зубной щеткой, а могут так и пальцем, то есть с помощью такой своеобразного напальчника. Вот. И такое своеобразное исполнение детской мечты – почистить зубы, но пальцем. Вот такие два способа. То есть, как бы это для того, чтобы еще и вода экономилась, наверное, да? Ну, в некотором роде, да. Да, и с другой стороны, как бы мыть, как зубы чистим, ну-ка, изобрази. Ну, а потом что? А потом полоскаем. Космонавты могут воду в специальной салфетке изо рта выпустить. То есть могут, да? Да. То есть она так вот летать-то у них не будет? Нет, конечно, вода у них не летает, это достаточно опасно. Вообще, предметы космонавтов, как правило, на космической станции, если они что-то уронили, может быть, потеряли, ну, допустим, какую-то гайку, все они, как правило, летят в специальный воздушный фильтр, потому что на станции есть такая тяга, и все предметы, они тянутся в одну точку. Если что-то космонавты потеряли, вот мелко, они всегда летят сначала к этому воздушному фильтру, и, как правило, они все свои предметы эти находят в этом фильтре. Этот фильтр регулярно чистят, там пыль и так далее, ну и предметы разные там, собственно, находят. Это как кондиционер? Ну, или пылесос? Скорее пылесос. Скорее пылесос. Кстати, между прочим, вот я думаю, для наших детишек, да, вот такие штуки в квартирах устраивать, они же, если все теряют. Магниты, может быть. Такой же точно сделать фильтр где-нибудь в квартире, да, там... Было бы очень удобно. В школах тоже надо такие вещи делать, потому что обычно из школ возвращаются без ничего-нибудь обязательно. Двойную обувь там можно найти. Да, чтобы знать, в каком месте искать. Вика, повтори еще раз вопросик, чтобы у нас вспомнили, что мы спрашиваем. Какое созвездие самое длинное? Какое созвездие на небе самое длинное? Так, что-то у нас пока с этим созвездиями тихо. Так, что у нас еще здесь на столе такое интересное? Из интригующего всегда больше всего вопросов, это образцы пищи космонавтов, то есть что космонавты кушают на космической станции. Ну, можно начать с того, что общепринятое мнение, что космонавты кушают, как правило, из тюбиков. На самом деле это не так. В тюбиках пища очень быстро портится и становится невкусной. Ну, раньше кушали постоянно из тюбиков, сейчас
продажи пищу помещают в специальные пакеты. При этом пищу предварительно сушат в очень сложных условиях, и она приобретает несколько такой, может быть, сморщенный, не очень вкусный вид. Вид, вот, конечно, да. Да, вот а здесь вот вы видите, это рагу овощное. Ага. Да, еще у нас верю там на есть, слово. Еще у нас там есть сок, как вы видите, он сухой, и есть еще чай с сахаром. Хлеб чуть попозже расскажу. Вот. Чтобы космонавт мог покушать такую еду, сначала он должен вскрыть такой пакет и залить туда воду. Mm-hmm. На космической станции в бытовой зоне есть специальные краны. Космонавт подносит этот пакет к крану, нажимает кнопку, и туда заливается вода. Она показывает, по-моему, фильм этот, да? Да, показывали. Есть действительно фильмы очень интересные, mm-hmm. которые показывают, собственно, весь этот процесс. Показывали, как чай, по-моему, он наливал. А не просто воду. По-моему, чай там такой же вот какой-то вот пакетик был. Ну, скорее чай. Вот такая штучка, да, он туда... Да, если это в зале пилотирома космонавтика, то, наверное, там был, скорее всего, чай, да. Вот. Ну и через 10-15 минут пища готова, и космонавты могут покушать. Они вскрывают пакеты и кушают обычными столовыми приборами. Пища в это время не летает у космонавтов, они ее кушают обычными столовыми приборами, то есть вилками, ложками. Она сохраняет определенную свою вязкость, и, то есть, ну, грубо говоря, она прилипает также к ложке, и космонавт очень аккуратно может покушать. Ну, единственная проблема могут быть, допустим, с рисом, поскольку рис очень такой непослушный и может действительно летать. Но если рагу не летает, то ложка ведь летать может. А ложку, как правило, могут привязать к своей одежде, чтобы она не улетела далеко. Там даже есть у нас вот в старом здании музея, в музее Циолковской авиации и космонавтики, образцы вот этой вот столовых приборов, и у них как раз есть вот такая вот веревка. Их тоже, кстати, можно посмотреть у нас в музее. Мы забыли там, что-то я не помню. А хлеб? Нет, про вилки-то и ложки. Мы были тоже вот в этом старом здании, ходили специально, смотрели, там тоже интересно ведь очень много всего. А про хлеб теперь? Хлеб, ну, посмотрите, он состоит как бы из множества маленьких буханочек. Вот, фактически это на два укуса взрослому человеку, космонавту. Почему космонавты не берут с собой привычную нам с вами буханку черного хлеба? Дело в том, что когда мы с вами режем хлеб, от него остаются что? Крошки. Крошки. И что будет с крошками в космосе, на космической станции или на корабле? Ответьте. Что с ними произойдет? А я вот сейчас скажу, что с ними произойдет. Ваша версия, Вика, вот как думаешь, что с ними произойдет? Он будет летать в невесомость. Да, абсолютно забьется верно. Забьется этот фильтр. Ну, не обязательно фильтр. Они могут попасть в различные механизмы, под одежду космонавтам, навредить их работе. Есть, кстати, известный такой забавный, курьезный случай, ну, достаточно еще опасный, так называемый сэндвичевый инцидент. Американский астронавт Джон Янг в 1965 году взял с собой контрабандой, то есть тайком, под скафандрой, пронес с собой бутерброд с солониной. Ну, это мясо. Когда пришло время, собственно, покушать уже в космосе непосредственно, он достает этот бутерброд, показывает своему командиру. Он, естественно, в шоке, очень удивлен, откуда этот бутерброд. Он говорит, а я с собой его взял. Они начали его кушать, и эти крошки действительно разлетелись по космическому кораблю, и это была очень большая опасность. Они потом очень-очень долгое время это устраняли, эти крошки. Они действительно начали летать, попадать под одежду и так далее, в механизмы. И после уже полета Джону Янгу был сделан очень строгий выговор. Но, тем не менее, это не помешало ему слетать потом еще раз. В каком году был? 65-й, если не ошибаюсь. А в следующий раз он снова с бутербродом полетел? Нет, уже без научен горьким опытом. А он летал больше? Летал еще. Летал еще, да. Так что вот, все сложно там с этим делом. Вот. Ну что, давайте теперь слово передадим нашим соведущим, да? Миш, ты сказал, что тебе больше всего где понравилось? Нет, давай начнем с Вики. Девчонкам первое слово. Вика, тебе где больше всего понравилось? В зале, где рассказывали о Викторе Савиных. О Викторе Савиных? Да. И что узнала? Что он родился в небольшом селе Березкино, находящемся в Ворическом районе, 7 марта 1940 года. Он пошел в школу, окончил ее, как и многие другие школьники, в 17 лет. Вик, а ты помнишь, как он учился в школе? Нам же говорили. Учился достаточно плохо. Ну, не сказать, чтобы плохо. Ну, я бы сказал, там в среднем, да? В среднем. В среднем, как нормальные все пацаны, скажем. Ну, затем он потом был круглым отличником. Ну, это тоже нам потом сказали, мы сейчас пока про школу говорим. Да, это тоже меня немножко удивило. Нормальный парень был, короче, в юности. Потом он поступил в Пермский техникум железнодорожного транспорта и получил квалификацию путеец-техник. На достигнутом молодой Виктор Петрович Савиных не остановился и окончил институт, получив квалификацию инженер-механик-оптик.
Впрочем, этого ему оказалось мало. И он остался в аспирантуре того же учебного заведения Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. После его окончания им была защищена кандидатская, еще через 5 лет защищена докторская. После этого он решил начать карьеру дипломата, для чего ему потребовалось получить диплом дипломатической академии. О как! Всего у Савиных... Сколько нужно всего, чтобы стать космонавтом, да? Сколько высших образований? Всего у Савиных было 3 полета. Но самым опасным, пожалуй, был 2-й полет. Это был самый длительный полет из тех, что выпали на долю Савиных. Около 4 месяцев длилась экспедиция на Салют-7. Первый этап состоял из восстановления всех функций станций. Совместная работа с Джанибековым дала отличный результат, и работоспособность станции была восстановлена. В рамках этого задания Савиных вышел в открытый космос, и работа вне корабля заняла 5 часов. А ты помнишь, вот там в чем была проблема, почему они полетели к этой станции? Нам и тоже рассказывали, когда мы ходили туда на экскурсию. Расскажи. Там не солнечные батареи сломались? Или... Ну, на самом деле, станция в то время перешла в неуправляемый полет. На станции не было людей, и с ней, ну, фактически была потеряна связь. Вот, и перед космонавтами в составе Савиных и Джанибекова стояла очень сложная задача. Они должны были прилететь к этой станции, вручную состыковаться и выяснить, что же с ней произошло. И действительно, когда они прибыли на эту космическую станцию, они выяснили, что там полностью отсутствовало электричество, ее внутренние части были целиком полностью покрыты льдом. Вот. И космонавты начали выявлять причины и устранять их. Собственно, они вышли в открытый космос, восстановили работу солнечных батарей, добавили солнечных батарей, развернули ее в сторону Солнца. И постепенно электричество начали восстанавливать. И, собственно, действительно, данный полет был одним из самых сложных в истории отечественной и мировой космонавтики. Ну и он, собственно, за этот полет уже был Виктор Петрович удостоен звания Героя Советского Союза. Как нам объяснили во время экскурсии, помните, что если бы они этого не сделали, станция, что могло случиться? Упасть на землю. Да, и неизвестно куда при этом. Кстати, интересный факт, я вот еще читал, не знаю, честно говоря, насколько это правда, но станция, вот когда ее уже топили непосредственно, точнее, предполагалось, что она целиком полностью сгорит в верхних слоях атмосферы, даже говорили, что часть станции, одна из труб, упала где-то в горах, в Андах, насколько я знаю, и один местный фермер нашел эту трубу и сделал из нее печку. Использование вещей. Труба выдержала такое падение и осталась. Представьте, какая там печка. Закалка какая, безусловно. То есть нам как бы и сказали, что если бы вот на самом деле Савиных и Джанибеков не слетали, не привели в порядок, то еще до 86 года, то есть до Чернобыля, на Земле могла быть еще одна катастрофа, неизвестная совершенно, потому что было непонятно, где она может упасть. Ну, на самом деле, это действительно очень опасные такие случаи, когда станции реально переходят в неуправляемый полет. Вот недавно как раз станция Тяньгун китайская тоже, собственно, была затоплена, вот, и не совсем было точно известно, куда она упадет. Так что очень важен был полет не только для космонавтики, скажем, вообще для жителей Земли, потому что как бы куда она могла упасть, там хорошо, там труба Ланды упала, где там немного людей живет, могла ведь на какой-то населенный пункт. На улицу, например. Та же труба могла бы дело наделать. Ну что еще про Виктора Петровича у нас? То, что у него было очень много наград. 2 Герой Советского Союза, Герой Монголии и Болгарии. Почему думаешь, он герой Болгарии? Потому что он, ну, 3-й полет был совершен вместе с болгарскими космонавтами. С болгарским космонавтом, да. Кстати, вот по поводу Монголии. В первом полете вместе с Владимиром Коваленком на станции «Салют-6», еще тогда в 81 году, они на станции встретили первого космонавта Монголии, которому после полета дали имя Сансар, что означает «космос» с монгольского. И также встретили Думитру Прунарю, это первый космонавт Румынии. Румынии, то есть к ним там такие гости приезжали. Приезжали. Прилетали, да, периодически. Ехать туда долго. Ехать, да, туда и ни на чем не доедешь. Так, что-то у нас про самое длинное созвездие «Люди молчат». Давайте пусть пока вопрос висит. Миш, задай свой вопросик. А может, я тогда сначала про планетарий расскажу и потом уже прямо... А у тебя вопрос про планетарий, да? Ну, можно и другой. Вопрос, ну давай про планетарий вопрос задавай, потом рассказывай. Ты можешь начать-то. Ну, ладно.
Слово «планетарий» произошло от слова «планета». Ну, понятно, и да. Что с греческого означает «планета»? В переводе с греческого означает «планета». Ну что, думаю, это тоже вопрос для гаджета. Ну, ладно. А ты, значит, будешь рассказывать нам про планетарий? Да. Давай. Мне там очень понравилось, так как, во-первых, там очень качественное изображение, много проекторов. Угу. И там стулья очень хорошие. Дергаешь за рычажок, и они опускаются. Ну так правильно, там где изображение? Наверху. Наверху, понятно. А там высоко оно? 8 метров. 8 метров – это купол, да? Да. А диаметр? 12 метров. Вот, все, смотри, запомнил. Мальчишки, они чем хороши, они все цифры запоминают. А, слушай, ты, может быть, помнишь, а кто здесь стулья сделал? Стулья наши российские. Российские стулья, да? А купол? Американский, по-моему. А кто его монтировал? Не помню. А нам сказали, кто его монтировал? Ты почти уже ответил сам на свой вопрос. Американцы. Американцы, да, приезжали. Ну, там, правда, купол очень красивый, да? А что тебе вот там что показывали? Помнишь? Про Солнечную систему фильм. Понравилось? Да. Что очень понравилось? Ну, качество, когда летели через пояс астероидов, не летели, а показывали. Такое чувство, что влетишь в этот астероид. Потому что там изображение было огромное. Так оно огромное, оно такое вот. Выпуклое. Ну да, создается ощущение, что трехмерного, такое, только без очков, да. Вот. Страшно было? Ну, так. Голова не кружилась? Нет. Не кружилась. Было понятно, то, что в планетарии, то, что не влетишь, но все-таки. Ну, хорошо, значит. Ну, в планетарии вы видели только один фильм. У нас их, собственно, несколько. Несколько программ. Допустим, «Созвездие летнего неба», «Небесные явления» 2018 года. Мы постепенно вот разрабатываем разные мероприятия и показываем тоже разные фильмы. Поэтому есть стимул посетить планетарий еще раз. Будем ждать. А там вот смотрите, вообще как у вас устроено? То есть можно просто прийти в планетарий, да? Ну смотрите, у нас сеансы есть идут... какие-то вот такие комплексные экскурсии, вот, что вам можно вообще весь... Нет, у нас проще сделано в планетарии. Сеансы просто идут каждый час с 10 до 6 вечера. Ну, в четверг, во вторую смену с 12 до 8. То есть любой желающий может... То есть как в кинотеатре? Да, практически, фактически это кинотеатр. Сначала, как строится формат? Сначала идет небольшой такой лекционный материал с демонстрацией возможностей вот... нашего планетария, а затем мы смотрим небольшой фильм, уже полнокупольный непосредственно. И примерно сколько вот этот сеанс вечером? 45 минут. Ну, практически как в кино можно сходить, то есть и там разные у вас как бы вот эти программы. Разные программы, да, то есть я говорю, можно несколько раз посетить планетарий и совершенно разные фактические услуги получить. А еще мы посетили с вами что с самого начала? Все вместе. Где вы втроем все работали? Мы ходили, еще с нами была Соня Занько, которая сегодня прогуливает наш эфир по непонятным нам причинам. Вот. Где вы были? Но чем занимались? Стыковкой. Стыковкой. С МКС. На компьютерах. На компьютерах. А вы знаете, вот как бы, каков был уровень этих компьютеров? Что это не просто так ведь компьютеры? Компьютеры с загруженными программами. Это точно такие же компьютеры, на которых тренируются настоящие космонавты. То есть вы не просто так вот сели, вот знаешь, вот взяли за ноутбук и что-то понажимали. Вы как настоящие космонавты прошли, можно сказать, тренировку. Это правда? Да, действительно, оборудование, которое размещено в интерактивном зале, который мы называем виртуальная космонавтика. Во, виртуальная космонавтика, вот где вы были. Оно аналогично тому, что есть в центре подготовки космонавтов, где действительно космонавтов готовят к космическому полету. Там суммарно у нас находится 4 тренажера общей сложности. Вот вы назвали один из этих тренажеров. Это виртуальный аналог космического корабля «Союз-ТМА». То есть там можно отработать стыковку с космической станцией. Вот, наверное, многие смотрели фильм «Салют-7», как раз, кстати, который посвящен полету Виктора Петровича Савиных 85-го года. Вот, и там можно, и, наверное, видели в этом фильме, как стыковались с космического, стыковка космического корабля со станцией «Салют-7». Вот, фактически там можно воссоздать эту ситуацию и отработать стыковку с космической станцией. Еще один проблем. Можно так, да. Ну, можно ставить, да, разные варианты, да. Евгений, мы маленькую паузу сделаем, потому что у нас наконец-таки появился желающий ответить на вопрос. Добрый день. Добрый день. Кто будет беседовать? Миша, давай. Виталий. Ага. Привет. Здравствуй. На какой вопрос ты хочешь ответить? Какое самое длинное созвездие? А, тогда это к Вике. Вика, продолжай. Сколько тебе лет? 7. О. Ну... Ответ на вопрос. Гидра. Это правильно, молодец. Отлично. Какой приз ты хотел бы получить? Не знаю.
Так, давайте мы сделаем, как обычно, переадресуем к нашему редактору. Сейчас трубочку не клади, с тобой наш редактор поговорит, и ты выберешь себе тот приз, который бы ты хотел получить. А мы пока сделаем небольшой перерывчик. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных... Мы возвращаемся в студию. Программа «Открывашка» продолжает свою работу. Напомню, что ведут программу я, Николай Голиков, веду программу, и со мной вместе Вика Соколова и Миша Голиков, да? Да. Как у нас дело? Да. Все на месте? Никто не пропал. И в гостях у нас сегодня заместитель директора детского космического центра нашего города Кирова по научной и научно-фондовой работе Евгений Кайсин. Евгений, еще раз добрый день. Добрый день. Вот, мы как раз начали говорить, вот, как это, комната виртуальной космонавтики? Да, виртуальная космонавтика, то есть мы с вами поговорили о стыковке, тренажер стыковки, есть еще... Давайте немножко еще о стыковке. Смотрите, вот ребята там, значит, провели эту работу, их трое уселось, да, значит, один изображал, как бы, был командиром корабля, один был борт-инженером, правильно? Да. А Вика была космонавтом-исследователем. Да. Ей это не очень понравилось, потому что она не понимала, все что-то делали, она, как выяснилось, просто исследовала. Вот. А потом там же, после того, как они все провели, их куда еще запустили? Куда вас, ребят, запустили? Спускаемый аппарат. Это что такое спускаемый аппарат? Это капсула, которая летит из космоса на Землю. Просто так летит и все, что ли? Ну. Летит и падает? Нет, там еще парашюты есть. Вот, уже как-то проще стало, да. А что там внутри вы нашли? Ну, то же самое оборудование, что и на компьютерах, просто уже настоящее. Ага, уже настоящее. Да. А куда вы уселись? Или улеглись? В кресло. А как эти кресла называются, помните? У них твое специальное название. Ложемент. Ух ты, правильно. Запомнил, молодец. Вот, и на память об этом я смотрю, у Вики на груди горит медаль. Что там? За успешную стыковку. Ну вот, значит, можно вас отправить в космос. Стыковка прошла успешно. Но на самом деле, то есть, да, ведь вот я посмотрел, когда там вроде бы такая несложная была задача, то есть, как бы, вот, там не вертелась станция, не вращалась там никак. И то есть, сколько времени ушло на это вот? Ну да, то есть, действительно, для начинающих это самое простое условие, то есть, прямая стыковка непосредственно, то есть, можно задавать разные условия, можно вообще там где-то сбоку космической станции, и достаточно сложно подлететь реально к... месту стыковки с космической станцией, но это уже для более опытных ребят. Как раз у нас будет, мы надеемся, что у нас 1 сентября будет работать клуб на постоянной основе для учащихся, собственно, где мы можем организовать вот это вот обучение постепенно. Так, давайте тогда уже о клубе, если мы сказали это слово. А как в этот клуб, кто может попасть? Ну, учащиеся, наверное, от 5 класса, и, собственно, можно бы там будет заниматься. То есть любой учащийся 5 любой, класса? Да, любой. Или ну, который да, больше любой, старше да. 5-го. Ну, ты как раз старше 5-го, подумай об этом. У тебя получилось первый раз, может быть, и космонавтом станешь. Ну, клуб космонавтов сам он не ограничивается, естественно, только стыковкой. Это... Там, ну, там же очень много разных. Да, да, там, например, виртуальный аналог Международной космической станции. То есть там можно изучить все внутреннее строение космической станции, какие там есть отсеки, где космонавты проводят больше это времени. Вот напротив, где компьютер. Да. Абсолютно. Там картинку я помню, видел там, но саму-то экскурсию не провели мне. Вот. Можно там, собственно, полетать по этой космической станции, посмотреть, какое там есть оборудование.
зрения. И для наглядности мы там тоже показываем небольшие видеоролики, как это действительно в реальности выглядит, и, собственно, на этой станции полетай. Вот. Также так, снова маленькая пауза. Запомните, на чем остановились. Нас, значит, видимо, сейчас Миша на твой вопрос будет отвечать. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Даниил. Сколько тебе лет? 8. И какой ответ на вопрос? Что такое планета? Да. Угу. И что это такое? Планета — это небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезд. Ну, определение правильное. Вот как бы ты... Вопрос-то был немножко другой. Вопрос был, что это слово значило вот, в переводе на русский язык. Ну, ответ правильный. Ответ правильный, безусловно, да. Не посмотрела? Странник. Странник, совершенно правильно. Правильный ответ. И какой приз ты выберешь? Чего? Из списка? Давай так же сделаем. К редактору. Ага, не клади трубочку, сейчас редактор с тобой поговорит и объяснит, какой приз ты сможешь получить за свой правильный ответ. Ну, а мы, чтобы дальше продолжать, Вика... А нет, Евгений. Да, ну, помимо виртуального аналога Международной космической станции... Нет, еще... Евгений, вопрос. А, мой вопрос. Да, чтобы не скучали. Зачем космонавты берут с собой в космический полет маленькую мягкую игрушку? Например, космонавт российский Олег Котов брал с собой маленького черного кота, которого они называли Тимблер. Игрушечка, да? Да, игрушка. А то, значит, тоже, может, в скафандре... Нет, маленькая игрушка. Подожди тихонько. Мягкая игрушка. Маленькую. Зачем космонавты берут с собой в полет? Маленькую, мягкую игрушку. Отличный вопрос. Ну и продолжаем тогда вот про эти вот про тренажеры, да, потому что... Кроме Международной космической станции, стыковки и спускаемого аппарата космического корабля, есть еще Центр управления полетами. Там в самом дальнем углу. Да. Тоже он такой достаточно непростой. Там нужно определенное время, чтобы с ним разобраться. И он позволяет отслеживать, где же сейчас пролетают космические корабли, и он связан вот со всеми тренажерами, которые есть в этом зале. То есть это своего рода связь на Земле с людьми, которые сейчас находятся в космосе. То есть, вот, я правильно ли понял, что вот, когда ребята сидят и стыкуются, например, да, то вот из того угла, где центр управления полетом, они как бы вот... Их могут направлять. Их могут направлять. Подсказки, да, какие-то давать, да. Им. Ну, это интереснее еще даже, чем вот это было-то. Ну, это действительно... То есть, как бы уже как такое... Почти как настоящее получается все, да? Угу. А слушайте, вот такие центры, они вот только в Кирове сейчас с таким уровнем аппаратуры? На самом деле, детский космический центр уникален тем, что здесь есть полный комплекс вот этих тренажеров. Части таких тренажеров, похоже, есть в Москве, в Нижнем Новгороде. То есть, в Москве только части, похоже? Нет, там есть, если не ошибаюсь, спускаемый аппарат только, вот, например. В Новочеркасске. Новочеркасск, кстати, производитель как раз этого оборудования. То есть не только в Кирове, но и немного где-то. Да, 4 города с ума. В общей сложности 4 города. Да. Вот так вот. Вот так вот. А я слышал, Вика, ты была в каком-то тоже вот космическом центре, только в другом городе? Да. А где? В Ярославле. А что там за центр? Имени Валентины Терешковой. А кто такая Валентина Терешкова? Первая женщина-космонавт. Вот все знает, а слушай, с такими людьми. Понравилось тебе там? Да. А где больше понравилось? Мы были только в планетарии. А там только в планетарии? Ну а там кроме планетария-то что-то есть? Вам рассказывали? Mm-mm. Не рассказывали, как в планетарии сходили. Ну так вот, со стороны, если посмотреть, да, вот вы там заходили, здесь у нас, где красивей? Ну, в Кирове мне больше понравилось. В Кирове больше понравилось. Я не был в Ярославле, но я почти уверен, что мне тоже в Кирове наверняка больше понравилось, потому что очень красиво, конечно, у нас все построили. Ну, здание новое. Здание новое. В центре Терешкова еще помимо планетария есть, естественно, тоже экспозиционные залы, выставки тоже там есть. То есть, как бы, то по уровню примерно такой же, да? Ну, плюс-минус. А не было такой мысли, вот, скажем, у вас, что, вот, смотрите, в разных городах люди вот занимаются теми же, вот, как бы, изучением, имитацией космических полетов, какое-нибудь такое соревнование замутить, кто круче в космос летает? Ну, да, действительно, у нас вот на основе как раз вот этого клуба виртуальной космонавтики, о котором мы говорили, мы планировали вот с участниками клубов космонавтики провести межрегиональный... А клуба еще нету пока? Пока еще нет. Вот, ага, в будущем сразу мы, конечно, это не сможем, вот, но в перспективе.
провести некое соревнование, допустим, на основе клуба космонавтов, виртуальной космонавтики из разных городов, создать экипажи и провести здесь, например, также встречу с Виктором Петровичем Савиных, с Владимиром Женебековым, допустим, и они расскажут о сложностях стыковки, например, как итог своего рода этого мероприятия, ну и в целом о сложностях космического полета. Вот, возможно, такие мероприятия. Это, конечно, было бы очень интересно, на самом деле, тем более, если бы при участии самих вот участников такой вот стыковки, да, причем такой экстремальный. Самый сложный. Самый сложный, да. Вот. Такая информация из первых рук, можно сказать. Ну да. Какой у нас вопрос-то там завис пока в воздухе без ответа? Зачем космонавты берут с собой в полет маленькую мягкую игрушку? Вы, ребята, знаете ответ? Да. Нет. Почему нет? Нам, между прочим, говорили во время экскурсии. Ну, это достаточно распространенный факт. Да. Да. Кто-то, видимо, не туда слушал. Ну, много всего интересного услышал поэтому. Нет, ну, правда, рассказали очень много. Даже вот мы были не очень долго, как бы, и нас как бы немножко галопом по Европам провели, чтобы везде успели побывать, там, начиная от крыши и кончая вот этим вот роботом на входе. Миш, тебе робот понравился? Да. Что тебе больше всего о него понравилось? Во-первых, это его вид. Ну, так, смешной. Мне больше всего понравилось, когда мы пришли, говорим, а он работает, нам что ответили? Он заряжается. Он заряжается, то есть мы, знаешь, сразу... Ну да, космику надо отдыхать иногда. Так, потому что... что он как мобильный телефон, точно так же, значит, в розетку и на зарядку. Вот, а тебе понравился робот? Да. А тебе что у него понравилось? Он всякие смешные песенки, стихотворения рассказывает. Помнишь песенку, которую он читал, пел? Ну там... Нет, не помнишь тоже, да? А еще что он делал такое? Отгадывал. Символы. Символы отгадывал, а еще он... Танцевал. Танцевал, конечно. Это вообще здорово. Взял, так это... Кстати, этот робот – это подарок Виктора Петровича Савиных нашему детскому космическому центру. Производят такие роботы в Перми, компания Promobot. Вот, они активно также взаимодействуют с Соединенными Штатами Америки по реализации данных роботов. А эти роботы, они только вот для того, чтобы детей веселить, или они что-то серьезное? Нет, они могут выполнять разные функции, консультативные. Ну, то есть рассказывать не только, допустим, о музейной деятельности нашей, это просто наша специфика туда заряжена, так скажем, то есть информацию, которую туда хочется поместить, собственно, ту и он будет воспроизводить. Но, в принципе, его можно использовать для разных целей, абсолютно. Вот сейчас есть тоже роботы, у которых руки уже такие самые, ну, почти человеческие, вот, тоже достаточно интересно. Опять же, это уже промобота пермского. Вот так вот. Они уроки умеют делать? Уроки? Ну, уроки, наверное, еще пока нет. Жаль. А ты хотела бы использовать для личных целей? Ну. Чтобы он за тебя еще уроки делал? Что, полезная вещь? А вдруг вещь? Неправильно сделаю? Может, может. Они же хитрые. Как он вас с этими символами-то обхитрил? Там просто, если кто из наших слушателей понимает, то есть там можно, робот задает простую задачку человеку, да? Ну, знаете такое, загадайте какое-нибудь число. Все люди всерьез загадывают какое-нибудь число. Может, по радио не надо это говорить? А нет, просто говорю. Он угадывает потом, какое число ты загадал. Задачка-то очень простая, но когда это робот тебе говорит, это ладно, если у тебя одноклассник так, знаешь, это было бы понятно там. А робот, конечно, впечатляет. Вот Вите вот понравилось очень. Вопрос у нас какой там остался без ответа? А зачем космонавты берут с собой маленькую мягкую игрушку в космический полет? Ну, хорошо, пусть тогда люди думают про маленькую игрушку. У нас кто следующий вопрос задает? Миша, задай пока, может быть, пока думают над одним. Раньше планетарий находился в храме. Когда раньше? До того, ну, в СССР. В СССР, в советское время. Вот. Угу. В городе Кирове. Да. Сейчас этот храм передан церкви. Угу. Он находится на улице Степана Халтурина. Ну, раньше так называлось, да. Советское время, да. В честь него даже остановка названа. Угу. Вот. В честь храма. Да. И что же это за храм? Как называется храм? В котором раньше находился планетарий. Да, вот до того, как он еще до вас переезжал, там, в другое место. Ну, конечно, вот я не знаю, вы были в старом этом планетарии? Был, но давно. Я тоже был очень давно, потому что как бы в школьные годы. Но такое изменение просто кардинальное. Потому что я помню, тогда-то это впечатляло очень сильно, когда вот этот купол и все. Ну, а здесь, когда такая уже техника. Ну, здесь современный цифровой планетарий, как уже говорили, производство такое иностранное. То есть серьезно. Уровень такой очень, ну, действительно, вот крупнейших планетариев, как в Санкт-Петербурге, вот известный, в Москве. То есть уровень планетария действительно такой. На самом деле, правда, очень интересно. Вот я просто рекомендую всем нам слушателям, когда у вас будет свободное время, не забывайте, что в Кирове появился такой прекрасный
космический центр, что, понимаете, вот оттуда можно прийти, посмотреть, вы говорите, планетарий, как разработают просто как кинотеатр. Да, по сеансам. А вот, например, на остальные какие-то залы посмотреть, экскурсию пройти. Там можно такие... экспозицию, можно заранее прийти, можно в индивидуальном порядке. Вот я, кажется, имею в виду, что просто человек с утра проснулся вот сегодня, да, и у него есть свободное время. Да, с 10 часов можно прийти в любое время, посмотреть все экспозиционные залы, познакомиться со всеми экспонатами, самостоятельно пофотографироваться. Угу. Очень у нас интересные зоны есть, кстати говоря, для селфи. А там очень... фоткаться можно? Можно, конечно. А вы чего не фоткались, почему, когда ходили? Застеснялись. Застеснялись. Ладно, вас Вера сфотографировала, так что фотографии все равно в подарок будут. Очень популярное место у нас для фотографирования. У нас есть такие макеты планет большие. Вот дети на них очень любят залазить и на них фотографироваться. А это где? Почему у нас туда не сводили? А рядом с роботом, недалеко. Да? В фойе, да. Под лестницей. Ну, недалеко от лестницы. А вообще вот этот центр, вот смотрите, там, вы говорите, будет клуб космонавтов. А там еще что-то вот будет такое вот для детей, чтобы куда можно постоянно ходить люди, которые либо хотят стать космонавтами, либо просто любят астрономию, любят космос? Ну, помимо вот мероприятий, допустим, в планетарии, вот у нас несколько мероприятий, есть стимул прийти несколько раз. Также у нас будут разного рода клубы. Вот про клуб виртуальной космонавтики мы уже поговорили. У нас еще есть своего рода музейные уроки, поскольку космический центр — это, наверное, в первую очередь музейное учреждение, мы являемся. Вот у нас есть музейные уроки, которые затрагивают самые разные темы. Это, например, деятельность Юрия Алексеевича Гагарина, это история ракет техники, то есть вот такой вот материал. Но это уже как бы это надо для коллективного посещения. Да, всем коллективное можно посещение, прийти, да, можно так. Кроме того, у нас будет еще с сентября работать клуб робототехники и авиатроники. Ну, авиатроники еще, наверное, многие не знают. Это, представляете себе, квадрокоптеры. По конструированию вот таких вот очень интересных аппаратов. Я думаю, это уникальная такая вещь, которая практически, наверное, нигде нет. Я бы даже сказал, нигде, скорее всего. Скорее всего, вот. Нигде, потому что я впервые слышу. Поэтому вот очень надеемся, что у нас это будет работать. Евгений, вопрос такой, откуда в Кирове, городе, ну, кроме того, что это родина там одного космонавта и там место детства другого, специалисты взялись, чтобы вот все это организовать и сделать? Там, пока мы будем держать это в секрете. То есть вы не говорите, откуда все это взялось? Пока да. Потому что вот я удивился, мы пришли, помните ведь, да, нам тут же рассказали здесь, да еще так рассказывают. Такое ощущение, что человек сам там побывал. Хотя вроде бы откуда бы, да, вот у нас. Это кировские все? Да, вот сотрудники наши все кировские, самых разных специальностей. То есть у нас собрался такой коллектив, который как бы взаимно дополняет друг друга. То есть это и историки, например, я сам историк. Есть люди с таким техническим уклоном, есть люди химики. Притом, допустим, у нас в планетарии работает специалист по химии, который сейчас в аспирантуре как раз учится. Вот, но его хобби – это астрономия. Кстати, его зовут Алексей Сыпчин. Вот. Он также проводит, допустим, островыезды. Это такое мероприятие, когда собираются вообще незнакомые друг с другом люди в указанное время, и они вместе едут за пределы города, ну или же в пределах города, и наблюдают различные небесные явления. Естественно, он делает анонс Алексей перед этим, и смотрят в телескоп за какими-то небесными явлениями. Я, например, ездил, если правильно помню, в 2016 году вроде бы, мы наблюдали, собственно, планеты. Там как раз был парад планет, вроде бы, и очень хорошо их было видно. То есть вот такие мероприятия. У него свой телескоп какой-то есть? Да, у него свой телескоп, да. Ну, на самом деле, нам в этом плане не очень сильно повезло, потому что Киров достаточно такое проблематичное место в плане наблюдения за небом, потому что идет очень сильная засветка. Вот даже ночью, иногда вечером, когда вы выходите, не видно звезд. Это с чем связано? Да, с тем, что идет засветка как раз. Из-за того, что сам город? Или это просто у нас такое... Место такое не очень хорошее. Вот в плане наблюдения со звездами. Вот, очень хорошо видно, допустим, вот в пустынях за звездами. Там как раз, кстати, вот я точно не помню название пустыни. Расположен самый крупный телескоп, например. Но это связано именно с тем, что это город здесь. Да, у нас, да. Что какие-то вот эти все окна у всех горят. Там, да, там кто-то и... Светящийся объект небо запускает. Да. Вот так. Так, у нас два вопроса висят, и никто на них не отвечает. Значит, вопрос от Евгения про мягкую игрушку. Да. Зачем космонавты берут с собой мягкую игрушку? Космический полет. И вопрос Михаила. Где раньше находился планетарий? Где раньше? Так. Храм.
храм, в котором я находился. Миша, ты уже совершенно это все перепутал. Вопрос ты говорил по-другому. Так вот так можно всех запутать. Мы знаем, где он раньше находился. Ты сам сказал, что он находился в церкви. Да. А вопрос был такой, как сегодня называется этот храм? То есть как он и раньше назывался, то есть до того, как мы поместили хроматорий, да? Но сейчас название к нему вернулось. На улице... Степана Халтурина. Которая называлась в советское время Степана Халтурина. Там один храм, ребят, но вы должны как бы, наверное, это знать. А то мы все про космос, это вот что. Вот. Что еще, ребят, вам запомнилось? Ну, что задумались? Может, какой-то экспонат уникальный понравился вам в экспозиции? Где надо было крутить ручку и вихрь. А вот этот зал интересный очень, да? Это интерактивный зал «Астрофизические явления», где размещены интерактивные экспонаты, которые, собственно, могут отражать различные явления, которые происходят как на Земле, так и в космосе. Вот. Экспонаты, они достаточно простые, но могут продемонстрировать достаточно сложные явления. Допустим, экспонат пропеллерный или реактивный. Там при нажатии кнопки будет работать пропеллерный двигатель и поднимать грузик, и реактивный двигатель тоже будет поднимать грузик. И если откачать оттуда воздух, то пропеллерный двигатель он будет работать, но грузик поднимать не будет, потому что нет воздуха и не за что как бы зацепиться. Да. А реактивный двигатель продолжит свою работу. Да. Грубо говоря, это наглядное объяснение, почему в космос летают не на вертолете, а именно на ракете, на реактивном. Да. А вот там, где вы ручку крутили, там что демонстрировалось? Черная дыра. Правильно. Черная дыра или водная воронка, действительно. Да. То есть, принцип тоже, похожий, да. Самый наглядный, наверное, там экспонат понравился вам, это генератор облаков, тоже достаточно простой, очень интересный. Ой, это не оттащить было, да. Такое-то. Да, когда нажимаем, действительно, там такие облака вылетают, да, и очень, вот, когда к нам ребята приходят, они всегда очень долго около этого экспоната. Воздушная пушка, если я не ошибаюсь. Генератор облаков, он правильнее будет называться, вот. Вот. Потом вы еще смотрели, как там сезоны меняются на Земле, да? Когда осень. Да, теллурий, то есть можно посмотреть периоды осеннего равноденствия и так далее. Вот, слушайте, ну там ведь, я вот как посмотрел, там было 3 человека, да, они как взялись этот крутить-то диск. А если там экскурсия такая массовая приходит, как? Часто ли ремонтировать приходится? Действительно, ребята очень активно, да, очень активно этими вещами пользуются. Ну, по степени надобности. То есть. Но экскурсоводы у нас очень внимательно следят за ребятами, чтобы ничего такого... Я что-то думаю, за большой этой компанией не уследить, наверное. Ну да, особенно если это маленькие, бывает сложно, но тем не менее мы стараемся. Вот, но они ведь, по большому счету, не очень сложно устроены, да? То есть, да, тут можно и самостоятельно, даже практически без объяснения, можно там много кнопки понажимать и постепенно. И, кроме того, там есть и пояснялки, лежат небольшие поясняющие записки, что это такое и как это работает. Вот. И дети могут даже самостоятельно с этим разобраться, с этими интерактивными экспонатами. Вообще, эти интерактивные экспонаты сейчас очень популярны в России, за рубежом. Их так вот активно пропагандируют, так скажем. Так что что, ребят, пойдем еще в детский космический центр? Да. Пойдем? Все осмотрим на этот раз, на второй поход. Все, потому что мы, оказывается, еще не все и видели, хотя были довольно долго там, да? И даже посмотрели еще. А, второй-то фильм мы смотрели на странном таком экране, где двойной внизу. Да, это экспозиционный зал исследования космического пространства. Он уникален тем, что вот кроме экспонатов, которые там представлены, вы, наверное, обратили внимание, что там очень много различных спутников космической техники. Кстати, там представлена самая настоящая солнечная батарея. Это часть одного из спутников. Вот. Кстати, эти экспонаты передал наш знаменитый земляк, тоже Николай Алексеевич Чистоедов. Он руководит одной из фирм Роскосмоса. Это крупнейшее предприятие, которое занимается вот, собственно, космической деятельностью в нашей стране, где они производят спутники. Вот, он нам передал вот такие экспонаты. Из Амутнинска родом. Да, из Амутнинска. Это нам тоже сказали. Вот. И этот зал уникален тем, что там есть 6-метровый экран на стене. И на полу специальная зона выделена под создание такой атмосферы, как будто находишься на другой планете. Вот. И на этом экране демонстрируются различные ролики, допустим, про Марс, про Луну, про освоение других планет. Вы, наверное, посмотрели какой-нибудь ролик. Нам про Землю показали. Про Землю, да. Про Землю есть тоже. То есть
такой зал очень интерактивный, интересный, и тоже вот робот вам, наверное, такая Сава понравилась. Тоже да. Интересно, забавно. Там, конечно, очень много вообще интересных экспонатов. Вот, они просто даже заставляют иногда задуматься, да, вот как бы вот кажется, ну вот костюм тут типа, вроде понятно, и то есть сколько вопросов, да, возникло, там пропускают воду там или что-то еще. А там, помните, этот костюм, чтобы, который имитирует, ну, как бы тяжесть-то какую-то, чтобы они, ноги-то у них не расслаблялись там в полете. Пингвин, да. Космонавты также вот занимаются спортом. Кстати, мировой рекорд по длительности пребывания в космосе был поставлен российским космонавтом Геннадием Падалкой в космосе. Он прожил 2.5 года, ну, за 5 космических полетов. Фамилия, то есть... фамилия такая, значит, опасная для космонавта, а смотрите, 2.5 года. Вот. И естественно, что за это время мышцы космонавтов могут очень сильно ослабнуть, поскольку мы с вами ходим... Да, мы с вами ходим по Земле, у нас постоянно работают мышцы, и мы с вами, ну, ослабнуть практически не можем. Вот. А космонавты, когда летают, их мышцы не напрягаются. Кстати, в космосе во время полета они могут очень сильно растянуться, стать выше. Кстати, вот недавно японский космонавт вернулся, он вырос чуть не на 20 сантиметров, если я правильно помню. Вот. И даже волновались по поводу того, что как его возвращать на Землю, потому что все костюмы космонавтов, они индивидуальные, ну, во время приземления. И тот же, вот вы говорили про ложемент, он тоже изготавливается индивидуально под космонавта. Да, под размер. Ух, и на 20 сантиметров длиннее. Да-да-да, вот. Это была проблема. Неожиданная такая. А как он в итоге вернулся? Ну, не возникло проблем, в принципе, без каких-то сложностей. Впихнули его, да, короче. Засунули ложементы, и все нормально с японцем. Хочешь на землю, хочешь залезать. Все с ним хорошо было. Ну что, что-то у нас на наш вопрос не отвечает, видимо, либо на Сабле все уехали, кто знает, отдыхать. Кто-то еще на Сабле не проснулись, а кто-то, может, и сложные вопросы задает. Ну, не знаю, так или иначе, мне кажется, сегодня у нас прошла очень интересная передача. Мне, по крайней мере, понравилось. Ребят, вам? Да. Да. Понравилось, да? То есть мы договорились, мы еще обязательно все посетим наш космический центр. Ну и, конечно, пожелаем нашему космическому центру, чтобы все ваши планы исполнились. Спасибо. Чтобы ваши клубы возникли и работали, и чтобы обязательно провели этот чемпионат и показали этим москвичам, где на самом деле у нас столица космическая. Спасибо, постараюсь. Это была программа «Открывашка». Она у нас подошла, к сожалению, к концу, поэтому желаю вам всем прекрасного настроения, здоровья. Будем встречаться каждое воскресенье на волне 101.0 в 10 часов утра. Всего вам доброго. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».